Друзі, вітаю усіх на Ютубі 24-го каналу. Мене звати Анастасія Нріцина і Роман Світан, військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу української армії з нами на зв'язку. Пане Романе, рада вітати. Слава Україні! Героям слава! Бажаю всім здоров'я! Хочу з вами обговорити найбільш гучні новини останніх днів. Це і розмови про мобілізацію працівників ТЦК, і про призначення Дональда Трампа, і що ми будемо робити, якщо допомоги взагалі не буде. Ну і, звісно, про воєнно-пропагандистські провокації рашистів. З останнього і пропоную розпочати. У Генштабі спростували інформацію про присутність російських військ у Куп'янську, що на Харківщині. Там зазначили, що напередодні українські воїни зупинили просування ворога на Куп'янськ, знищили всю його бронетехніку, ліквідували значну частину живої сили. Куп'янськ повністю під контролем Сил оборони України, йдеться в повідомленні. Я ж додам, що аналітики мапи Deep State повідомляли, що росіяни начебто увійшли до Куп'янська, і вони зазначали, що напередодні дві колони ворожої техніки висунулися з району Лиману Першого в Куп'янськ. І, за словами аналітиків, Збройним силам України вдалося і справді знищити частину особового складу росіян, їхню техніку, але одній МТЛБ все ж вдалося доїхати до міста, і навіть з неї висипалися там півтори десятки солдатів, які розбіглися будинками. Сьогодні наші військові там в особисті повідомлення, які перебувають на Куп'янському напрямку, говорили, що насправді паралельно з цим росіяни пробували закинути і ось свій аквафрешовий прапор, при тому, що вони це роблять уже декілька днів поспіль. Пане Романе, що це за такі активні спроби росіян прорватися у Куп'янськ? Ну, это не первое, не последнее. Были очень много, особенно после того, как нам пришлось отойти из Синьковки, это северо-восточнее Куп'янська. Россияне пытаются выдвинуться на сам Куп'янськ, на северо-восточную часть, северную часть в сторону России. Пытаются выдвинуться на Куп'янськ. Несколько уже таких попыток было еще уничтожено на самом выходе. В этот раз россиянам удалось прорваться, как раз вот за счет того, что они Синьковку контролируют. Удалось прорваться, и это головная колонна российская, которая стерлась практически на заходе в Куп'янск. В сам Куп'янск только одни уши этой колонны доползли, но вот по этим ушам настучали. И по большому счету сейчас, на данный момент, уже этой колонны просто не существует. Это была задача зайти в Куп'янськ, закрепиться, это штурмовая группа десантная, закрепиться, такой себе десант, закрепиться на каком-то плацдарме и подождать резерв в помощи. А он там действительно был сформирован, но после того, как колонна была уничтожена, естественно, он никуда уже выдвигаться не стал. Там дело в том, что очень мало танкоопасных направлений. Ну, такая сама география местности. Три реки параллельно идут, впадают в четвертую. Вот Оскол, река Красная, Черный Жеребец, и впадают все в Северский Донец. Довольно-таки поймистая местность, лесистая, и танкоопасных очень мало. Все танкоопасные направления не контролируются нашими средствами, дальними средствами. И как только россияне, если где-то и прорывают там первую линию обороны, которая, в принципе, разорвана за счет как раз вот этих лесов, за счет перелесков, речечек, там, речушек и озерцов. И, в принципе, можно просочиться сначала или прорваться. Но дальше вступает в работу уже наша вторая линия обороны, которая разрывает практически все эти прорвавшиеся части россиян. Вот единственное за несколько, может, можно сказать, за два года, полтора-два года обороны этого направления. Единственная колонна, которая прорвалась, это в район Колесниковки на переправу справа на левый берег, чуть южнее Куп'янська, Куп'янська-Узлового. В принципе, я думаю, сейчас тоже с ней примерно то же самое будет, просто туда надо достаточное количество сил, средств, чтобы эту колонну отрезать. То есть здесь по Куп'янському направлению, повторюсь, не первый, не последний это такой прорыв. Они еще будут, и нет смысла на них обращать внимание, как на какую-то стратегически выполненную задачу россиянами. Наоборот, в таких прорывах практически вся эта колонна штурмовая, она погибает. Техника погибает, личный состав погибает. Ну и видя, допустим,
резервы, которые готовы, в принципе, если бы она, эта колонна, зацепилась, пошли бы резервы. Еще и по этим резервам прилетает, так как они, им приходится консолидироваться где-то в каком-то месте, кучковаться, ну а там дальше уже работа нашей арти и работа наших дальних средств поражения. Але ж таким чином вони хочуть відтягнути наші сили і засоби з інших напрямків? Ну, нет, у них задача стоїть не от здесь, на цьому участку, нет. У них задача стоїть вийти на лівий берег вдоль всього, всього течения Оскола, Оскольського водохранилища. Почему Свалуек, Валуки теж на лівому берегу Оскола, Свалуек, вони не движуться, пытаются видавить наші війська на правий берег. Дойти, в принципі, вдоль Оскола, по левому берегу до слияния Оскола с Северским Донцом, это лиман. То есть это лиманское уже направление, то есть с севера и с востока, со стороны Кременной. То есть выход на лиман. Опять же, для чего им надо выход на лиман? Для того, чтобы можно было уже с северо-востока давить на Славянск из-за Северского Донца. То есть занять эту территорию и попытаться где-то там или переправиться, или с помощью дальней артиллерии угрожать уже Славянско-Краматорской агломерации. А потому удержание россиян на Купянском направлении — это оптимальный из вариантов, как их можно, допустим, не допустить до выполнения этой задачи, угрозы именно самому Славянску. Давайте з вами поговоримо також ще про одну дуже цікаву ділянку фронту. Це про Курщину. І за останніми даними на сьогодні РФ зосередила там угруповання чисельністю близько в 50 тисяч, зокрема із залученням солдат із КНДР. Чи допускаєте ви, що ось ці 50 тисяч, вони можуть витіснити українські сили з цієї території? І якщо так, то які нові небезпеки це може створити для України? 50 тысяч не получится. Их было до 70. 20 тысяч практически 200-ми, 300-ми уже не вернутся на поле боя. Вот 50 тысяч оставшихся, недостаточное количество сил, средств у россиян для того, чтобы выдавить нашу группировку обратно на территорию Украины. Для того, чтобы выполнить такую задачу без увеличения нашей группировки, то есть вот такая, как она сейчас есть, им надо как минимум в два раза увеличить свою. То есть не 50 тысяч использовать, а 100 тысяч использовать. А эти 50 они сейчас могут взять только на Восточном фронте, чего они делать не хотят. А то есть могут, да, в принципе, технически это возможно. Если сейчас остановят наступление на Донбассе, снимут оттуда 50-тысячную группировку, перебросят на Курщину, и вот эти 100 тысяч россиян, если мы не будем свою увеличивать, в принципе, могут справиться с задачей выдавливания нашей группировки уже обратно в Украину и расположение вдоль линии границы на тех фортификациях, которые сейчас там сооружаются. Но я не думаю, что на данный момент Путин сейчас на это пойдет. Ну и мы же тоже не будем сидеть сложа руки, то есть также увеличим курское направление. Для нас важно удерживать этот плацдарм на Курщине. Я больше скажу, его лучше расширять, даже не углублять, то есть не двигаться в сторону, допустим, той же Курской атомной или там Курска, а расширять в сторону Брянской, в сторону Белгородской областей на северо-запад, на юго-восток. Это оптимальный вариант — создавать примерно зону безопасности на российской территории, создавать ее где-то 25-30 километров на глубину, то есть на боевой радиус работы армейской артиллерии, это как минимум. Но это все будет, конечно, зависеть, во-первых, от россиян, то есть примут они решение останавливать или не примут по востоку. Ну, естественно, от наличия у нас сил средств. Сил у нас, может, еще и хватит, со средствами проблема. Здесь надо запрашивать у наших партнеров как раз увеличение поставок военной продукции для выполнения вот этих задач создания такой серьезной буферной зоны. Причем это прикроет не только Сумы, как сейчас мы прикрыли Сумы, а еще и Чернигов по Брянской области и Харьков по Белгородской. Наскільки Путіну важливо вибити Збройні сили України з Курщини до інавгурації Трампа? Були ж такі повідомлення, що він зараз навпаки буде кидати туди усі можливі сили? Так і є. Вопрос просто, їх нет у нього. Понятно, що у нього стоїть задача до інавгурації Трампа під прогнозуємий і продвигаємий Путіним заморозку бойових дій. Це його ідея. Сейчас все практически говорящие головы, которые продвигают идею заморозки боевых действий, это как раз работают на Москву.
Потому Путин сейчас использует все силы, средства, то есть практически все резервы брошены на выполнение задачи захвата максимального количества украинских территорий, понимая, что они вот добегут, сотрутся полностью, ну, по крайней мере, Трамп, ну, они так надеются, а что Трамп им потом создаст зону безопасности, так называемую. Вот, вот все, что они захватили, это Трамп им отдаст после замораживания. Но проблема у них — это курское направление. Потому что тогда, получается, при такой парадигме, естественно, Курчина за нами останется. Еще ж вопрос, еще впереди два месяца, может, еще и Брянщина, и Белгородщина. И здесь уже этот механизм может не сработать. Потому у Путина большая проблема. Вот именно с курским направлением он действительно будет сюда бросать большое количество сил, средств, те, которых наскребет. Почему он начал уже северокорейских солдат использовать? Потому что своих нет. То есть он не может выполнить две задачи одновременно. Выдавить наши войска с Курчины и захватить максимальное количество Донецкой земли, чем они сейчас очень активно занимаются. До речі, про так званий мирний план і про те, що той план, можливо, розробляється, то вчора видання Fox News, телеканал, точніше, написали про те, що Трамп незабаром призначить спецпосланника по Україні для проведення переговорів щодо завершення війни. Ви побачите дуже високопоставленого спеціального представника, людину з великим авторитетом. Ну, ми розуміємо, що якщо і справді якась така людина буде від Трампа висунута, то очевидно, що якийсь там мирний план розробляється і запропонують його і Путіну, і запропонують його і Зеленському. Але серед важелів, які є у Трампа з приводу України, то це там припинити повністю допомогу для того, аби ми там на щось погодилися. Якщо цієї підтримки у нас не буде, пане Романе, то які можуть бути альтернативи? Ну, кроме альтернативи рассчитывать на себя, нет никаких других механизмов действенных создания зоны безопасности для жизни украинцев. Украинцы могут только на себя рассчитывать, плюс, может быть, наши партнеры, наши соседи, которые являются, в принципе, потенциальными жертвами разрастающейся Российской империи, если ее не остановить, вот они нам еще могут помогать, исходя из своих личных уже систем безопасности, ну, по крайней мере, прогнозирования некоторых проблем. А Америка в этом смысле на слишком далеко, и они могут участвовать в помощи Украине только исходя из каких-то своих меркантильных, внутренних или геополитических соображений, но не исходя из задач Украины и украинцев как таковых. Это надо четко понимать. Да, это мы прекрасно понимаем. Америке Украина надо постольку-постольку. Мы ж не ее штат и не предполагаемый там какой-то штат Соединенных Штатов. То есть это мы тоже прекрасно понимаем. И то, что может, допустим, закончиться некоторая поддержка, это тоже надо рассчитывать, и можно на это рассчитывать. Почему? Потому что у Америки сейчас, ну, с приходом Трампа уже обрисовывается определенный набор непосредственных врагов. Экономически так это точно, это Китай. Для нас Китай враг военный, то есть китайцы помогают северокорейцами и иранцами, помогают Путину терроризировать наше население, выполняя определенные геноцидные задачи. То есть для нас Китай как военный противник. А для американцев Китай пока экономический противник на данный момент. Потому для нас даже то, что американцы вцепятся в глотку этому китайскому дракону, это уже большой плюс. То есть это уже для нас довольно-таки большое подспорье. Потому что без экономики ж войны не бывает. Так вот, если Китай выведут, американцы экономически выведут его из игры или из помощи России, они могут это сделать. И, скорее всего, они это сделают. Потому что механизмов других воздействия на Китай практически нет, только экономические. А значит, Россия потеряет серьезного партнера экономического в противодействии нам. Конечно, это даст нам возможность с Россией, естественно, с помощью Европы, тут вопросов нет, сами мы не справимся. С помощью европейских механизмов с Россией мы точно справимся, вплоть до ее развала. Там есть такой механизм и экономического, и военного уничтожения российской армии на нашей территории, и экономического развала, в том числе России. Тем более после ударов экономических по Китаю, по Си Цзиньпиню, голова отвалится как раз у Путина, потому что он там сразу сзади выстроен в общий ряд. То есть выстроили так всех четверых в ряд. И
бейте по первому, у крайнего точно отвалится. То есть я думаю, именно такой подход правильный и грамотный. На такой подход надо рассчитывать. Рассчитывать надо на себя в первую очередь, а для этого надо уменьшить количество госслужащих. Их как раз есть смысл поставить сейчас в строй, помочь вооруженным силам Украины. И рассчитывать, конечно, на наших соседей в первую очередь, которые на данный момент партнеры в противодействии против России. А дальше Америка, ну, получится Америке нам помочь, ну, скажем однозначно большое спасибо. Не получится помочь, мы понимаем, она также выполняет серьезную задачу по удушению Китая как одного из таких гегемонов негативных в мире. Но если есть какая-то возможность, допустим, помочь тем же ленд-лизам, оптимальный вариант — это для того, чтобы не наглеть по финансовой помощи, в режиме ленд-лиза получить достаточное количество вооружений мы можем, а тем более это уже было инициировано в свое время, именно такой механизм инициирован в свое время как раз республиканской партией. То есть есть положительные моменты как раз в отношениях с Америкой. Главное, чтобы они сейчас не стали на сторону России, то есть не начали выполнять план по принуждению Украины к миру, так называют, то есть принуждению Украины к капитуляции. Для нас мир на данный момент, заморозка боевых действий, это капитуляция, это мы теряем свои территории, значит, капитулируем. То есть вот только единственное, чего нам не нужно, это чтобы Америка не стала нас принуждать к капитуляции. В этом случае, ну, придется тогда свои внутренние механизмы запускать и противодействовать еще и такому роду давлению. Хотя это можно показать, на просто правильно это разворачивать. Это же капитуляция Украины, это капитуляция Америки в том числе. Даже в первую очередь это капитуляция американцев перед россиянами, перед экспансией российской. Тогда у них уже не получится, естественно, доминирование экономического над тем же Китаем. Поэтому правильно, грамотно расставленные акценты, я думаю, дадут нам возможность с американцами грамотно для нас отработати. Ну, до речі, і президент Польщі Дуда говорить, що Трамп навряд чи піде на те, щоб здати Україну, тому що це буде програш не лише нашої держави, але й Америки. І тим паче Трамп поважає кошти платників податків, за які нам раніше адміністрація Байдена виділяла кошти. Зараз Дональд Трамп робить призначення на ключові посади, і росіяни вже кричать, що Трамп набирає русофобів в команду. Особливо їм не подобається майбутній держсекретар Марко Рубіо. От що ви скажете про ці нові призначення? Я б не сказав, що це прям русофоби. Ні, це ястреби того крила республіканської партії Америки, яка, в принципі, за восстановлення величия Америки. Тут дело не только там, в русофобии или там, противодействии россиянам. Они будут против всех авторитарных режимов, включая иранский, китайский и северокорейский. Это же в чистом виде авторитарно. То есть, ну, естественно, Путин в том числе. Те выборы, которые проводились, они же проводились как раз в таком, исходя из вот этих задач авторитарного управления, как минимум шестилетий. То есть противодействие авторитарным режимам, под которые попадает в том числе и Путин. Потому здесь можно говорить не о русофобии в чистом виде, а о таком авторитарофобии, если так можно сказать. Естественно, 4 года впереди правления Трампа или партии, которая будет республиканцев, которые сейчас практически они полностью контролируют и Палату представителей, и Сенат, практически Конгресс весь, а значит, вся 4-летняя их каденция, она будет направлена как раз на вот это доминирование в мире демократически избранных лидеров, естественно, демократического государства Соединенных Штатов Америки, которое будет давить все авторитарные проявления, всего и вся. То есть, а это как раз вот эти 4 авторитарные страны, это как минимум, там, конечно, хватает еще всяких африканских бандустанов, но имеется в виду, эти точно попадут под раздачу, естественно, Путин, потому что удары, даже экономические удары по Ирану, по Северной Корее, по Китаю будут бить по России опосредственно, и они это четко понимают. И по ним тем более будут наноситься удары, пока они будут выполнять такую агрессивную роль, хотя как минимум на европейском континенте. Правильно, с одной стороны, у них такой негатив по восприятию, а для нас это положительные новости однозначно. Именно важно было, чтобы
после победы Трампа управлять администрацией, то есть, в принципе, создавать повестку дня, пришла именно эта агрессивная, я бы так можно сказать, ястребиная часть республиканской партии в свое время, когда-то были знакомы с Маккейном как раз из этой, в том числе летчик, который был в свое время в плену во Вьетнаме, то есть он у нас был в 2014 году на Майдане, в 2014 и 2015 помогал. И это видение процесса дает нам надежду на то, что все-таки проукраинские настроения так это точно будут доминирующими в администрации Трампа. Ну а, естественно, эти настроения будут уже пододвигать самого Трампа и людей, которые будут принимать решения по нам и по нашему противостоянию в нашу сторону. Про дії старої адміністрації Байдена, то спікер Пентагону Райдер каже, що у Сполучених Штатів залишається можливість надати Україні озброєння і спорядження ще більше, ніж на 9 мільярдів доларів. І Блінкен їздив, спілкувався із Марком Рюте, генсеком НАТО, то також сказав, що НАТО планує передати Україні достатньо військової допомоги, щоб вона спромоглася воювати і наступного року, тобто після приходу Трампа. А ось ця нова допомога, про яку кажуть, яку обіцяють, вона, як мінімум, допоможе нам зупинити просування росіян? Ну, дело в том, что продвижение россиян, оно и само остановится. Но я не просто так сказал вначале. Путин очень надеется на то, что Трамп заставит украинское правительство заморозить боевые действия. Потому он сейчас использует все свои силы, все резервы, которые у него есть, но они у него закончатся где-то вот на конец января, на февраль. Они его просто, он сточится, и ему придется принимать решение для продолжения дальнейших боевых действий, принимать решение о там, принудительной мобилизации, закупках за большие деньги техники, боеприпасов и так далее. То есть потратится очень сильно. Поэтому Путин торопится вот к концу января, торопится максимально захватить территорию для того, чтобы надеясь на вот эту заморозку трамповскую, предполагаемую Путиным, еще не факт, что она будет, даже не факт, что ее будут кто-то рассматривать, но тем не менее. Естественно, те 9 миллиардов, а там реально около 9 миллиардов, которые нам еще в принципе может байденовская администрация передать, там получается в районе 4 миллиардов OPDA, это непосредственное железо, которое мы можем получить по программе PDA, по программе USAID, там около 2 миллиардов, 2 с чем-то, то есть там 4, чуть больше 4, чуть больше 2 миллиардов, общее около 7 миллиардов, плюс примерно до 3 миллиардов денег по PDA возвратных, так называемых, тех, которые не смогли в свое время отгрузить. То есть по большому счету до 9 миллиардов, если мы получим до конца каденции Байдена, это практически по миллиарду долларов в месяц. Это та сумма, если на эту сумму нам будут передаваться, конечно, железо, а это, скорее всего, так и будет, мы можем с помощью этих средств не только остановить Путина, по некоторым позициям еще и вернуть свои позиции, ранее утраченные, либо начать контролировать еще две области России, ту же Брянскую, ту же Белгородскую. Эта возможность действительно есть. И есть возможность, опять же, все зависит от замысла нашего главкома, планов Генштаба, мы можем, в принципе, начать операцию по выдвижению в сторону Крыма, то есть форсировать Днепр с выходом на Скадовский, движением в сторону Армянска. Это, в принципе, все есть. Это план еще с прошлого года. И как только будет серьезная накачка, 9 миллиардов долларов железом, это серьезнейшая накачка наших сил средствами для выполнения такого рода задач. Еще в этом году мы сможем провести, еще раз повторюсь, если мы их получим, потому что очень много было в течение года заверений о том, что нам все отдают, все впереди паровоза бегит, а вот оказывается 9 миллиардов на конец года неоприходованных. И хорошо, что в свое время вопрос этот был поднят и хотя бы продлили на этот финансовый год. То есть мы бы могли вообще их потерять, если бы вопрос тогда не поднимали. То есть есть такая вероятность использования этих 9 миллиардов как раз еще и с наступательной задачей. Не только с оборонительной, не только для того, чтобы Путина остановить, а еще и наступать. Ну, так розумію, що нам потрібна не лише зброя, але і люди, принаймні,
На цьому акцентують увагу західні видання, і Financial Times пише, що Україна планує призвати 160 тисяч військових у період з листопада до лютого, але при тому зазначають, що таке число здається нереальним, і більш реально чекати приблизно 100 тисяч. Також в матеріалі додають, що до грудня лінія фронту може зміститися на 30-35 кілометрів на захід від свого нинішнього становища, і начебто Збройні сили України готові відступити з Курахового, проте наказу зверху поки що немає. От, пане Романе, яка зараз ситуація на фронті поблизу Курахового, бо Deep State мапа свідчить, що менше 6 кілометрів залишилося до оточення ЗСУ на південь від цього міста. Ну і в чому основна проблема? Чи справді це проблема в тому, що не вистачає людей? Ну, Кураховский гарнизон в тяжелой ситуации сейчас, но не в катастрофической. Почему? Потому что даже подрыв дамбы, который россияне провели, сброс воды не дал им преимущества. И полностью вода не сошла, то есть с севера они на Курахово двигаться не смогут, как они хотели, сбросив воду, начать заходить через Кураховское водохранилище. И разлив воды не привел к каким-то катастрофическим последствиям для передвижения украинских войск. Единственная сейчас проблема действительно с юга выдвижения, попытка выдвинуться россиян в сторону разлива и Константинополя. Это чуть западнее Курахова, на трассе, основной питающей трассе Кураховский гарнизон, но они сейчас там остановлены. И там есть такая, ну, достаточно объективная возможность их там остановить и даже их обратно вернуть на Ясную Поляну, из которой они там пытаются выдвинуться. То есть технически удержать Курахово мы действительно можем, если туда будут направлены дополнительные силы и средства. Средства, они могут, конечно, подойти. Вот 9 миллиардов, если сейчас начнут двигаться. А с силами мы уже говорили, есть механизмы поставить строй готовых, как минимум мотивированных, а это очень важно. Собрать по улицам, бусифицировать людей, они воевать не будут, они не мотивированы и не профпригодны. У нас есть целая когорта мотивированных будущих военнослужащих, это госслужащие. Половина Украины на данный момент либо выехала, либо переехала, то есть по большому счету такой госаппарат, который у нас был до этого, он нам как минимум в два раза не нужен, то есть его можно и на два, и на три поделить. А вот это мотивированные люди. Почему? Потому что они получают денежное довольствие от государства. Часть из них силовиков, то есть там начиная от полиции, заканчивая таможенниками и прокурорами, ну и так далее и тому подобное. Их всех можно поставить в строй, всех поголовно. И создать, в конце концов, реальное государство, которое воюет с превышающим противником по силам и средствам. Уровень израильского — это оптимальный вариант. Это когда госслужба, она ничем не отличается от службы в вооруженных силах, либо непосредственно, либо посредственно, в зависимости от нахождения в каком-то месте. Это больше сотни тысяч госслужащих, мотивированных, которые могут в качестве пехотинцев использовать. А именно сейчас пехоты нам и не хватает. Угу. Это помимо того, там есть еще и профпригодные в чистом виде, это силовики, там тоже больше 100 тысяч человек. То есть вот такой подход, правильный, грамотный, государственный подход и вообще к госстроительству как таковому, и это же даст возможность нам, кстати, подготовиться к тому, что нам будут урезаны некоторые финансирования госаппарата, это тоже возможно после прихода Трампа, а это один, может быть, еще из первых его шагов. А к этому надо просто подготовиться, в три раза уменьшить количество госслужащих, отправив их в вооруженные силы Украины, мотивация у них уже как минимум есть на получение денежного содержания. То есть вот такой подход, он, во-первых, снимет напряжение в обществе, во-вторых, увеличит доверие к власти, она сейчас сильно пошатнулась, а вот такой ход увеличит доверие к власти, когда мы увидим ТЦКшников в составе не Министерства обороны, которые бусифицируют по городам людей, а когда мы их увидим в составе бригад непосредственно, их не надо там собирать в бригаду, как кто-то сейчас предлагает, ни в коем случае. Их надо просто переводить в ППД, в пункты постоянной дислокации бригад, которые воюют, то есть усилив своим количеством там несколько десятков тысяч
человек, военнослужащих, причем самое интересное, которые усилят бригады непосредственно. По несколько ТЦК в одну бригаду можно заводить, начиная от бусиков, которыми будут вывозить ранее бусифицированных раненых наших бойцов, и заканчивая самими бойцами, которые могут выполнять боевые задачи, плюс открывая прямой рекрутинг бригады, там уже будут непосредственные люди, которые разбираются в оформлении документов, то есть в принятии на службу рекрутов. Этот весь механизм можно запустить на раз, два, три. В течение буквально недели, если только будет политическая воля. И Курахова мы удержим. Больше скажу. Удержим весь Восточный фронт, а по некоторым позициям возьмем еще и россиян. Там есть варианты взять россиян в оперативное окружение. Если Кураховский гарнизон устоит, то мы сможем тогда работать обратно на Угледар и на север в сторону Карловки, то есть практически до Черетина, отрезая российское оперативное вклинение в сторону Покровска. То есть механизмов довольно-таки много, если будет правильно принято политическое решение. Ну от про те, чи можна, чи варто відправляти ТЦК на фронт, відповіли в Міноборони. І речник міністерства Дмитро Лазуткін говорить, що поки що рано робити якісь висновки щодо розформування ТЦК, вони продовжують виконувати свою роботу. Так він прокоментував пропозицію відправити працівників ТЦК на фронт, натомість створити рекрутингові центри. І він уточнив, що зараз в ТЦК працює 36 тисяч людей, з яких 18,5 тисяч – це обмежено придатні, які вже воювали, і ще 7 тисяч – цивільні. Это количество, ну, во-первых, вряд ли количество соответствует, потому что закрытая информация, вряд ли его будут засвечивать в информационном потоке. Действительно, реальную информацию, она должна быть секретная. Ну, неважно, даже то есть плюс-минус там десятки тысяч, можно поверить о том, что примерные цифры, может быть, чуть с увеличением, они действительно есть. Собирать бригады ТЦКшников и отправлять их на фронт, как предлагают некоторые политики сейчас, нельзя ни в коем случае. Почему? Потому что ни одна новая собранная из даже ТЦКшников бригада, она не выполнит боевую задачу, потому что оптимальный вариант сейчас это заводить ТЦКшников непосредственно в каждую бригаду, в те бригады, которые уже есть. У нас десятки бригад. Им у них так. Надо усиливать, конечно. И это не то, что там их на фронт отправлять. Это вообще надо снять этот вопрос. Отправить ТЦКшников на фронт. Нет, ТЦКшников не на фронт надо отправлять. ТЦКшников надо заводить непосредственно в бригады с одной первой задачей, основной, создание рекрутинговых центров, прямого рекрутинга непосредственно в бригадах. А вот дальше уже комбриг, после того, как к нему попадет определенный спектр, список ТЦКшников, да, он сам уже определит, кого и на фронт, это однозначно, кто сможет, а кого нельзя, кого в тылу оставить, как раз выполнять и такие или какие-то другие задачи. Это усилить бригады непосредственно те, которые воюют. И даже 36 тысяч, вот привяжемся к этой цифре, 36 тысяч сейчас военнослужащих, которые проходили службу, даже раненые, даже с ограниченными определенными проблемами, с ограничениями, они также усилят бригады, освободив некоторые, выполняя тыловые задачи. То есть вот такое усиление на 30 тысяч одномоментное в течение нескольких буквально дней, возможно, даже внутри тех же вооруженных сил, к этому еще подключиться надо, конечно, Министерство обороны, чтобы они их отпустили, наконец, в ВСУ и выполняли свою задачу. И снимем, кстати, большую проблему, которую политики создали для ТЦКшников. У меня просто много друзей среди ТЦКшников, военкомов, и снятых, и тех, которые сейчас выполняют еще задачу. Я прекрасно знаю, что это такое. Негатив, который создали политики принятием закона о бесификации, он лег на ТЦК. На ТЦКшников, которые, ну, там своих хватает, конечно, ну, как везде, в принципе, хватает обезбашенных, но вопрос в том, что основная масса ТЦКшников — это военнослужащие, которые выполняют свои задачи на том месте, где они в данный момент находятся. Их надо спрятать от народного гнева, в конце концов, то есть завести в бригады, они там растворятся и начнут выполнять задачу, усилив бригаду, начнут выполнять свои задачи непосредственно в каждой бригаде. Про нестачу піхоти ви торкнулися цієї теми, і дійсно наші військові говорять, що не вистачає нам піхоти.
при тому, що ворога ми можемо бити і артилерією, і дронами, але от саме піхота тримає окопну лінію. А чи справді у нас в цьому є проблема? І знову ж таки багато розмов про те, що зараз почали переводити з людей з інших спеціальностей саме у піхоту. Я маю на увазі там і ППОшників, і радистів. І от як це питання нам можна вирішити, якщо є така проблема? Зачем изобретать велосипед, если он до нас уже изобретен и неплохо себе работает? Я почему постоянно говорю, посмотрите на Израиль. Так вот там госслужба – это пехота. Тогда, когда нет боевых действий пехота на госслужбе, как только возникают боевые действия, то есть идет мобилизация, госслужба сокращается, и она вся уходит в пехоту, увеличивая общее количество пехотинцев. И все, кто приходит на госслужбу, они прекрасно, ну, они, во-первых, проходят сахал, то есть проходят вооруженные силы, а потом только попадают на госслужбу. Но как только какая-то беда, тут же становятся в строй, не трогая мирное население, которое выполняет задачу обеспечения работы этой же пехоты и этих же госслужащих. Только этот механизм надо у нас запускать. У нас он действительно, это проблема с пехотой на данный момент. Почему? Потому что этот механизм не запущен. Людей, бусифицированных людей, с них пехотинцев не получится, потому что они не мотивированы. Раз, они никакого отношения к государству и государственным деньгам не имеют. Два, и третье, они не профпригодные, некоторые просто по своим определенным качествам, генетическим в том числе и психофизиологическим. Потому у нас госслужба — это сотни тысяч человек, это должна быть потенциальная пехота. И вот сейчас можно этот весь механизм отстроить, как он в Израиле отстроен. То есть поставить в строй госслужбу. Там их можно как минимум сократить в три раза. У нас очень много ненужных функций. Во-первых, они ненужные даже в мирное время. Разрослась слишком за 30 лет бюрократия в Украине. А в военное время так они точно не нужны, потому что намного проще принимаются решения. Потому всю госслужбу можно поставить сейчас в пехоту. Я больше скажу, у нас не надо столько пехоты будет, сколько у нас есть в госслужбе служащих. Есть там, конечно, некоторые через МСЭК и так далее и тому подобное, но это касается определенной узкой, может быть, прослойки. А реально у нас госслужба, которая сейчас есть, ее можно заводить в вооруженные силы. И обратно, кстати, это не то, что вакуум создать в госслужбе, ротировать и часть ребят, которые уже третий год как минимум служат, ротировать их и ставить на госслужбу. И мы тогда создадим у себя такой же израильский вариант. И не будет никогда у нас проблемы с пехотой, с подготовкой, с отношением госслужбы к армии или к армии. Это и будет одно целое. То есть у нас будет тогда практически весь госаппарат, это прошедшие вооруженные силы Украины военнослужащие, которые выполняют уже потом задачи, в том числе в госаппарате. Міноборони планує напрацювати законопроект про умови демобілізації. До 18 грудня, говорить нардеп Роман Костенко. Він є секретарем Комітету з питань національної безпеки. І от за словами Костенка, наразі невідомо, які механізми звільнення військовослужбовців запропонує Міністерство оборони, але от такий запит начебто є. Ми тут, пане Романе, з одного боку говоримо про те, що там посилюють мобілізацію, хочуть набирати ще більше людей, чи потрібно набирати. А з іншого боку, ось розробляють законопроект про демобілізацію. Як ви гадаєте, чи це доцільно в теперішніх умовах? Ну і загалом, що ви скажете про цей процес? Чи не схоже до того, про що писало видання «The Economist», що там на майбутній час теперішній готується і заморозка конфлікту, і майбутні вибори? Ну, дело в том, что для того, чтобы взвесить и проанализировать некоторые предложения, надо на руках иметь цифры, они закрытые. То есть и не только цифры, а еще и планы. Естественно, планы на следующий год должны быть у вооруженных сил, у Генштаба. Исходя из этих планов, надо видеть цифры, которые мобилизованных, демобилизованных, поставленных в строй под определенные планы действий. Естественно, должно быть расчет. На расчет выделенных сил, средств и так далее, то это целый процесс. Он так на раз, два, три не делается. Но если взагалі, в общем, можно сказать, да, конечно, должен быть закон о демобилизации обязательно. То есть не может быть билет в один конец. Мобилизировались и до второго пришествия. Конечно,
должен быть закон о демобилизации, но он должен быть параллельно с созданием профессиональной армии, в которой и так, когда вы подписываете контракт, там уже забит определенный механизм и время выполнения этого контракта. Оптимальный вариант — это 5-летний, а лучше, конечно, 10-летний контракт. Тогда можно рассчитывать военнослужащему уже на определенную пенсию, согласно там после 10 лет службы минимум, а 2 раза по 10 — это уже полная пенсия. Это так, как в большинстве стран мира примерно так и есть. То есть контракт на 10 лет — это уже половина пенсии военной, как минимум 20 лет, 2 контракта, если 20 лет отслужили, это полная военная пенсия. И именно это так называемый соцпакет, та мотивация, которая привлечет профессиональных военных. Так вот, надо параллельно с вопросом о демобилизации запускать режим прямого рекрутинга и, естественно, вот, привлечение такого рода действиями. Ну, то есть мотивация. Мотивация должна быть соцпакетом, серьезным там, с обеспечением, естественно, с жильем. Та же самая картина, связанная с денежным содержанием, ну и пенсион, так называемый, после выполнения боевых задач. И если правильно сбалансировать цифры по мотивации, так тогда демобилизационный закон, он просто переложит бумаги. Часть демобилизованных, которые могут принимать решение после демобилизации идти на гражданку или остаться в армии, примет решение остаться в армии, подписать там 10-5-летние контракты на выполнение этих задач, так как они уже понимают, о чем речь. То есть этот вопрос надо решать в комплексе. И вопрос, вернее, закон о демобилизации однозначно должен быть. Больше скажу, он должен был быть сразу принят законом о мобилизации. То, что не было принято изначально, создал практически концлагерь или даже в концлагере какое-то еще худшее, практически рабское положение военнослужащих, которое оттолкнуло тех людей, которые могли бы прийти по зову сердца и стать в строй со всеми остальными. Пане Романе, я вам дуже дякую за вашу аналітику, за те, що ми обговорюємо з вами такі важливі питання, ну і за те, що ви долучилися до ефіру. Бажаю гарного і спокійного дня. І нагадаю, що Роман Цвітан, військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу української армії, був з нами на зв'язку. Вас, друзі, я прошу написати свій коментар, обов'язково поставте лайк цьому відео, ну і, звісно, підписуйтеся на наш YouTube-канал. Усім дякую за увагу і до зустрічі.